Вновь здравствуйте. В студии Ольга Павлова. В начале выпуска коротко о главных его темах. Мы собрали 500 подписей. По всем домам отправили в администрации, в прокуратуру. Чего стоит дом построить? Жители двора на Марисы Тереза против многоэтажки по соседству. А по табличке сказали вам? Сказали. А куда ее вешать? Интересно знать. Не игнорировать правила. В Самаре проверили безопасность пассажирского транспорта. Ох, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я. До Рождественной и обратно на Волге открылась пассажирская транспортная навигация. Против новых соседей объединяются самарцы, жильцы нескольких дворов в центре города, обеспокоены строительством многоэтажек. Депутатам городской и государственной думы люди написали не одну коллективную жалобу. Парламентарии во всем разбирались на месте, осматривали территорию намеченных строек. Юлия Кленова с подробностями. И старый млад, жители окрестных домов хором твердят о своей беде. Рядом с детской площадкой на месте гаражей фонд жилья и ипотеки собирается возводить 10-этажный дом. На это люди жаловались на личном приеме депутату Госдумы Александру Хинштейну. Этот выезд состоялся по его инициативе. Самарцы повторяют, жить несколько лет на стройке они не хотят. Мы собрали 500 подписей по всем домам, отправили в администрацию, в прокуратуру. Людям дорог их двор, а перспективы уплотнения пугают. Но и строителей можно понять. Документы на землю в порядке, и возводить они будут жилье социальное, в том числе для переселенцев и погорельцев. Но по факту это точечная застройка. Парламентарий Александр Фетисов и Александр Хинштейн видят выход только в одном – пытаться привести стороны к компромиссу. Дом будет только в том случае, если Совжи и Министерство строительства Самарской области договорятся с жителями. Моя позиция как депутата и инициатора сегодняшнего приезда сюда очень простая. Мнение людей является определяющим и приоритетом. Существует только одна точка зрения, да, и об этом говорил и губернатор Николай Иванович Меркушкин, только в согласии и с жителями. Позицию жителей мы с вами слышали, но я считаю, что совершенно правильно и цивилизованной формой является это создание вот этой инициативной группы. Будут встречи, где строители предложат людям разные варианты. Обустройство двора, например. Если это жители не устроят, Совжи придется расстаться с проектом. И так в Самаре будет на всех подобных площадках. Юлия Клюна, Владимир Терентьев, СТВ. Состояние дорог в Самаре на протяжении нескольких недель – это одна из самых обсуждаемых тем. По результатам проверки, проведенной прокуратурой города, дороги на некоторых улицах не соответствуют ГОСТу. Это представляет опасность для жителей областного центра и может стать причиной ДТП. Как в городе следят за содержанием дорог, выяснил наш корреспондент. Прокуратурой города Самара в ходе последней проверки выявлено 17 улиц, дорожное покрытие на которых не соответствует ГОСТу. Выбоины на некоторых из них достигают глубину до 15 сантиметров. Кроме того, длина ям на этих участках достигала 2 метров, а ширина 3,5. Хотя по ГОСТу допустимы выбоины 5 сантиметров в глубину, 60 в ширину и 15 в длину. Такие же нарушения в ходе проверки выявила и прокуратура Самарского района. По результатам проверки в отношении главного инженера муниципального предприятия благоустройства, на которого уставом этого предприятия возложено содержание дорог местного значения, возбуждено дело об административном правонарушении. Ремонт городских дорог теперь контролирует прокуратура. В адрес руководителя департамента благоустройства и экологии Ивана Филаретова вынесено предписание на устранение нарушений. Гарантийные обязательства подрядчики должны выполнить до конца апреля. Напомним, изношенность дорог в Самаре составляет более 90%. Анастасия Шамшурина, Олег Галочкин, СТВ. И в продолжении темы. Маршрут по сигналам жителей глава города Дмитрий Азаров провел объезд дорог вместе с теми, кто их ремонтирует. Еще 3 года назад подрядчики не задумывались о гарантийных обязательствах. Теперь это прочно вошло в привычку. 5-летняя гарантия предусмотрена муниципальными контрактами. Обо всем по порядку. Александр Семенов. Улица Нововокзальная. Этот участок словно после бомбежки. Глубокие ямы, трещины и выбоины. Создается впечатление, что дорога ремонта не видела с десяток лет. На самом деле все куда прозаичнее. Участок был приведен в порядок чуть больше 3 лет назад. И за такой короткий срок успел прийти в негодность. Подрядчику придется серьезно раскошелиться, ведь все ремонтные работы будут произведены за его счет в рамках гарантийных обязательств. Самое главное сейчас, чтобы не было ям, провалов и просадок. За последнее время, то есть, да, мы видим существенное изменения в подходе к ремонту дорог.
Вот. А это уже улица Гагарина. Здесь дорога отремонтирована уже по современным технологиям. Использовался только новейший материал. И все же недочет есть. Небольшой участок тротуара без асфальта. Объяснения находятся сразу. На эти скромные метры денег не хватило. Такая отмазка мэра Дмитрия Азарова не устраивает. Придется доделывать. Подрядные организации на протяжении этих 3 лет в Самаре перестраиваются, только привыкают работать качественно. И сейчас, когда они несут серьезные издержки, то есть реально это бьет по кошельку той или иной подрядной организации, они понимают, что делать некачественно им дороже обойдется. Все работы по гарантийным обязательствам должны быть завершены к концу апреля. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. И не игнорировать правила. В Самаре сотрудники ГИБДД провели рейд под названием «Маршрутное такси». Объектом пристального внимания стал пассажирский транспорт. С начала года в областной столице произошло 8 ДТП с участием маршруток, в которых 11 человек получили ранения. Такие акции, как считают в ГИБДД, дисциплинируют перевозчиков. Тем более, что теперь штрафные санкции за нарушение правил пассажирских перевозок увеличились в 10 раз. В рейд отправилась и Оксана Банина. Улица Победы, час пик. Сотрудники ГИБДД останавливают пассажирский транспорт, проверяют документы, наличие лицензии на пассажирские перевозки и технические неисправности. В автобусе номер 480 изменение конструкции, то есть самовольно установленные поручни для пассажиров. А это нарушение правил. Водитель об этом ничего не знает. Я не знаю, я водитель просто. То есть вам уже такой автобус дали? Да. А вообще знаете, что вот это нарушение там? Ну, я не знаю. Еще одну маршрутку сотрудники ГИБДД остановили за многочисленные таблички на лобовом стекле. Они могут нарушить обзор дороги водителю. Вам сказали, за что вас остановили? Нет. А про таблички сказали вам? Сказали. А куда ее вешать? Интересно знать. Такие рейды ГИБДД Самары проводят регулярно. Только за час инспекторы отделения технадзора выявили 4 факта нарушений водителями правил перевозки пассажиров и выхода в рейс с неисправностями. Теперь должностные лица будут оштрафованы. Если раньше у нас санкции для должностных лиц за выпуск на линию транспортных средств при наличии неисправности, угрожающих безопасности дорожного движения, составляло от 500 до 800 рублей, то с 23-го, значит, с 23 марта текущего года данная санкция становится от 5 до 8 тысяч рублей. Оксана Банина, Григорий Плешаков, СТВ. В областном центре в одной из управляющих компаний появились бригады мобильных дворников. Уборщики нового поколения будут выезжать по вызовам жителей столицы региона и благоустраивать дворы и улицы. Новые отряды коммунальщиков создали по поручению главы городского округа Самара. Пока таких бригад всего 5. Станет ли их больше? Смотрите далее. Побелка, покраска, ворошение снега. В Самаре появились мобильные бригады дворников. Коммунальщики уже работают на улицах большого города. Их штат планируют докомплектовать до 100%. Такое требование управляющим компаниям выдвинул глава городского округа Самара Дмитрий Азаров. Очень часто приходится от наших жителей слышать подобного рода высказывания, что не видно дворников на придомовой территории, не видно, как они работают и так далее. Но в связи с этим глава города Дмитрий Азаров очень жестко с коммунальщиками провел работу в плане непосредственно увеличения численности по штату дворников, персонала. Мобильные бригады будут задействованы в Советском, Октябрьском, Железнодорожном и Самарском районах на площадках, где необходимо усилить работу по ремонту дворов. Кроме того, коммунальщики будут выезжать по обращениям жителей. На благоустройство улиц определено 5 бригад численностью в 6 человек. Сейчас, конечно, ворошение снега в основном идет. И после зимних скоплений уборка территории. Весна быстро пришла, очень много мусора, очень-очень. И поэтому успевать надо нам вот собрать в мешки хотя бы большой, после скопления, вот хотя бы бутылки, бумаги, пакеты, все. Передвигаться по районам бригады мобильных дворников будут на микроавтобусах, укомплектованных всем необходимым инвентарем. Первые итоги эксперимента подведут через месяц. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, СТВ. Водная преграда. Жильцы пятиэтажки по улице Литвинова 328 недовольны состоянием своего двора, которую каждую весну больше напоминает озеро. Порой его глубина превышает 0,5 метра, говорят люди. Коммунальщики и чиновники в курсе ситуации, но история повторяется каждый год. Илья Егоров продолжит. Улица Литвинова 328. Появление огромной лужи во дворе дома весной или после проливных дождей давно стало недоброй традицией. Жильцы утверждают, пока размеры водной преграды еще не велики. Когда снег растает окончательно, двор попросту превратится в озеро. Это минимальный размер. А будет вообще через мостик, вон через тот не перейдешь. К
кругом одна вода. Не пройти даже. Хоть с той стороны, хоть с этой не пройдешь. Скорая помощь не может даже подъехать. Из года в год люди просят различные инстанции наконец принять меры к тому, чтобы болото исчезло навсегда. По их мнению, это станет возможно лишь благодаря новой ливневой канализации. Вот только надежда на ее появление раз за разом разбиваются о сухие официальные ответы чиновников. И было написано заявление, официальное письмо в администрацию Кировского района, на что они передали данное письмо с данным обращением в департамент благоустройства и экологии. Департамент говорит, то, что у них нет денег на строительство ливневой канализации. После очередного такого ответа жильцы отправили жалобу главе города. Теперь ждут результатов. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. И смотрите во второй части нашей программы. Выяснилось, что он пришел к себе домой, где он жил. Свет паспорта мы в куртке. Брошенный щенок редкой породы скитался по Самаре, пока не попал в приют. Вы смотрите СТВ, мы продолжаем. Добраться из Самары до Рождественной и обратно вновь можно просто и быстро. 26 марта на Волге открыли пассажирскую транспортную навигацию. Еще в этот понедельник в районе Рождественной толщина льда была около 40 сантиметров. Но ледокол справился с остатками ледяных торосов и освободил водную переправу. Пока с количеством пассажиров ОМ справляется, через неделю приведут в готовность еще одно резервное судно. Какое-то время движение будет ограничено светлым временем суток. Запланированы 4 рейса. Самый ранний в 6:45 из села, в 8 утра из Самары. Самый поздний в 17:30 из Рождественной и в 18:30 из Самары. С расписанием более подробно можно ознакомиться в справочной службе речного вокзала. Вот теперь открылась наконец у нас переправа. Мы такие счастливые, потому что когда нет переправы, конечно, вся жизнь стоит здесь. Ни продуктов, ни бензина, ничего. Теперь у нас жизнь закипела, весна. Ох, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я. Соскучился по Волге, хочу прокатнуться, до Рождественной и обратно. А к посевной кампании 2014 года все готово. На ее проведение затратят 1 миллиард 400 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. В этом году средства выделили на месяц раньше обычного, хватит на ГСМ, удобрения и семена. По зерновой и бобовой культуре отводят 1 миллион 400 гектар, 560 тысяч для технических культур. На бахчи и картофель 42 тысячи гектар. Этого хватит, чтобы многократно перекрыть потребности региона. В планах правительства Самарской области ликвидировать и дефицит местных овощей. Разрабатывается программа для увеличения тепла личных комплексов. Для ее реализации необходимо около 250 миллионов рублей. Есть возможность выйти с нашей программой в Минсельхоз России, получить оттуда федеральные средства на финансирование. И таким образом вот постепенно все-таки эти площади мы будем как бы увеличивать. До Пасхи осталось меньше месяца, однако не все придерживаются поста и в любое время готовы побаловать себя кексами и пирогами. На что нужно обратить особое внимание тем, кто хлебобулочную продукцию выпекает, не сам, а покупает. Всем этим интересовалась, а также угощалась и наша съемочная группа. По промышленным стандартам или по особенной рецептуре, независимо от этого, к хлебобулочным изделиям с начинками и без предъявляются самые строгие требования. Жалоб на пироги поступает достаточно мало, зачастую поступают жалобы на начинки такие, как творожная начинка с творогом, это сочники. И большая степень жалоб приходится не на качество пирогов, соотношение теста к начинке или внешний вид, или вкусовые качества, а именно на реализацию просроченной продукции. Не стоит терять бдительности и тем, кто предпочитает лакомство в вакуумной или любой другой промышленной упаковке, даже если сроки годности не истекли. Она должна быть герметичной или обеспечивать прочность. Она должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции, внутренняя поверхность упаковки не должна окисляться и обязательно должна отвечать требованиям, гигиенические требования безопасности. Совсем скоро все хлебобулочные предприятия пополнят ассортимент куличами. Но в отличие от выпеченных сладостей с начинками, которые предпочтительно съесть в течение 24 часов, кулич хранится до 10 суток. Без ущерба качеству выдерживает температуру до плюс 20. А всем, кто заботится о стройности фигуры, даже диетологи не запрещают угощаться в меру. И не забывая, самое опасное для талии – слоеное тесто.
100 граммах 350 килокалорий. И поменьше индексов Е на этикетке, то есть консервантов, а также красителей. Например, краситель «Солнечный закат» снижает активность и внимание у детей. Дина Сметанова, Олег Павлов, СТВ. Национальное достояние Мексики бродило по самарским улицам, пока пса не забрали в приют волонтеры. Щенок породы ксоло, таким поклонялись ацтеки, пугал горожан своим необычным видом. У собаки, которой нет и года, непростая история. Как животное оказалось на улице, узнавал Юлия Кленова. Клыки у Гарри есть, но и только. Он метис, проще помесь. Как у ксола, мексиканской голой собаки, у пса нет многих зубов и шерсти. А другого родителя, американского бульдога, он взял крепкое приземистое тело. 9-месячного щенка нашла и привезла в приют Ангелина. Брошенный хозяевами, он скитался по улицам. В кармане куртки лежал ветпаспорт. Выяснилось, что он пришел к себе домой, где он жил. И буквально в двух домах от своего дома он сидел. Волонтеры ищут для Гарри новых хозяев. Псу чаще других нужны шампунь и крем, а в остальном он мало отличается от остальных обитателей приюта. Большинство из них молоды, не старше 2-3 лет, здоровы и привиты. С первого дня в приюте за животными следят. Сыворотка, потом, естественно, глистогоним, и потом впоследствии прививаем их все. Так что наши питомцы здесь привиты, ничем никто, если забирают, то все уже завозим на каждого ветеринарный паспорт, и там делаем все отметки. Много чистопородных. Ухоженный здоровый шарпей, лайка, которая попала в отлов управленческом, далматин Берта, которая постоянно сбегает от хозяев. Самая грустная история у Дени. Ее хозяйка, бабушка, умерла, и в приют собаку привезли соседи. Есть и кошки, и все они ждут хозяев, прежних или новых. Юлия Клёнова, Владимир Терентьев, СТВ. Впереди еще один сюжет, затем новости спорта, прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, gslimanski.ru. Узнать обо всем первыми вы сможете в группах «СКАТ» СТВ «Самара», в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук, а также на сайте телерадиокомпании «СКАТ». А я с вами на этом прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. С 25 по 30 марта в выставочном центре «Экспо Волга» текстиль из Иваново. Красивые и практичные одеяла, комплекты постельного белья, домашние тапочки, низкая цена и отличное качество. Подушки и для взрослых, и специальные детские. Наполнитель «Экофайбер», «Пух-перо» и даже «Лузга гречихи». Но хит ярмарки. Подушки с наполнителем из бамбука. Удобные и экологичные. Они хорошие подушки. Я себе купила уже, а теперь уже покупаю детям. Ну вот мне понравились подушки, конечно, вот одеяла понравились. Хорошие, конечно. Ну и по цене приемлемые. Одеяло с наполнителем из бамбука, теплые и легкие, по цене 490 рублей. А также ватные и из верблюжьей и овечьей шерсти. В продаже носки из чистого хлопка по цене 15 рублей, мужские и женские. Ну я купила вот мужу упаковку, сыну упаковку. Да, может, еще одни возьму. А комплекты постельного белья из ивановской бязи украсят любую спальню. Иваново ждет вас в выставочном центре «Экспо Волга» на улице Мичурина, 23А, с 25 по 30 марта.